от нашей молодежи зависит наше будущее. А мы, как наставники, с моими коллегами, можем всегда вам помогать и быть подспорьем. Молодые и целеустремленные. Именно так можно сказать про активистов городского округа Химки. В честь Дня молодежи самых талантливых наградили за работу на благо родного города и всей Московской области. Благодарственное письмо вручается Абибулаеву Ренату Зинуровичу. Активистов с достижениями поздравили муниципальные депутаты. Они, как наставники, помогают молодежи в общественной деятельности. Сегодня в праздник День молодежи для них организована городом поездка на теплоходе с песнями, танцами, развлекательными мероприятиями. Лето, Химки, День молодежи, поэтому сегодня здесь самые активные молодые жители городского округа Химки. Кто смог прийти, сдал все уже экзамены, сегодня погрузятся еще и выпускные вечера. Во-первых, хочу сказать, что мы гордимся нашими ребятами, потому что создано большое количество молодежных организаций, общественных. И с таким любопытством, с такой активностью они принимают участие, что, конечно, мы ими очень гордимся. Среди награжденных много волонтеров. Для каждого из них добровольчество уже давно стало образом жизни. В волонтерскую деятельность я пришел уже в конце восьмого класса. Сейчас я закончил 11-й. Вот аттестат недавно только получил. Поэтому уже больше 2 лет точно, даже 3. Как возможность помогать другим людям. Удовольствие. Я в курсе всех событий города, области, страны. Я являюсь волонтером уже более 2 лет, и сейчас я являюсь активистом волонтеров Подмосковья. Важно быть волонтером, потому что это социальная активность и помогает обретать много новых знакомств и также помощь людям. София Кожанова – доброволец регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья». Говорит, награждение стало неожиданным, но очень волнительным и приятным моментом. Очень рада тому, что могу приносить пользу городскому округу своему и области. Мне нравится помогать людям, и волонтерство – это отдельная семья. Это семья, где тебя любят, тобой гордятся и тебя всегда поддержат. После торжественной части юные химчане отправились на речную прогулку, чтобы в дружеской праздничной обстановке отметить День молодежи. Елена Тараненко, Руслан Сафин. Новости Химки ТВ.